постмодернизм объявляет, что он отрицает традицию. Но мне кажется, что у нас в западном мире есть две традиции. Неосознание, что их две, нас сбивает. А именно, одна традиция – это традиция религиозная. Можно ее назвать иудео-христианской традицией, которая сформировалась в эпоху распада античности и является такой магистральной традицией Запада. Вторая традиция – это гуманистически-прогрессивистская традиция, которая сформировалась во время разрушения Средневековья, то есть Возрождения, разрушения Средневековья, и тоже является традицией Запада. Теперь, те, кто сторонники первой традиции против второй, это примерно религия против атеизма или религия против науки, и, в общем, более-менее ведет к архаизации. То есть к неумению интегрироваться в модернистский мир и к архаике, к архаизации общества. Второй подход, когда берется только вторая традиция, но против первой, это воинствующий атеизм, который говорит, что у нас сейчас прогресс, все сметет, и мы, наука скоро опровергнет религию и уничтожит. Это такой наивный воинствующий атеизм. Тот, кто отрицает обе традиции, это постмодернизм. Отметьте, что постмодернизм, он против модернизма, потому что модернизм это был проявлением второй линии как раз, да, 19 века. И постмодернизм, он смеется над идеей прогресса не меньше, чем он смеется над идеей религии. А тот, кто интегрирует обе традиции, вот это ортодоксальная модернизация.